Це території, це села Лачин, Берзор, Агавной, село Сос, которые освобождают, то есть армяне должны покинуть и отдать вам, то есть туда через месяц, через два месяца уже будет азербайджанская власть. Я что хочу вас предупредить, граждане Азербайджана. Смотрите, 25 лет тому назад, 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, когда армяне переселились в эти села по госпрограмме, они же не могли представить, что придет время, когда оттуда их выгонят, в прямом смысле этого слова. То же самое ждет вас, потому что правительство, правление Никола Пашиняна, оно недолгое, уверяю вас. Ему осталось очень мало. Год, год два максимум. И те азербайджанцы, которые будут переселяться в эти села, где жили армяне, и пусть они не надеются, что они там будут жить веками. Заявляю вам твердо, такое заявление не сделает ни одна оппозиционная партия Армении. Ни Робик, ни Сержик, ни тому подобное. Потому что все они косят под одну траву. Я вас уверяю, точно так же, намного хуже, вы будете вышвырнуты из этих сел. Заявляю вам. Первым делом партия «Общественный голос», который придет к власти, мы должны укреплять свою армию. И моральный дух, самое главное, моральный дух. После этого заявляю вам, не будет мира на этой земле. Те дома, которые вы будете обустраивать и там жить, если сейчас армяне могут спокойно уйти, в этом случае вы оттуда просто убежите. И тот миф, который сочинил Азербайджан, который называется Ходжалы, оно будет уже не мифом. Вы будете увидеть ту реаль, который произошел в 1941 году с Украиной и с Белоруссией, когда на Украину нападала нацистская Германия. Вот этот кошмар вы увидите. Я вас уверяю, ни в коем случае не верьте вашему правительству и не отправляйтесь туда жить. Там, где вы сейчас живете, Баку, Сумгаит, я не знаю, там вот, ну, какие у вас там города, там и оставайтесь жить. Я понимаю, сейчас некоторые азики будут хохотать, я не знаю, написать разные комментарии, что он пишет, Азербайджан это сила, и то-то, и все-все. Возьмите историю, посмотрите, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й год, то есть во время правления Вазгена Саркисяна. Точь-в-точь оно то же самое произойдет, я вас уверяю. Чтобы потом не оказаться под снарядами смерч, а не города, смерч. Это для азербайджанской аудитории. Вот так вот.